Здравствуйте, товарищ полковник. Ну что, как обстановка? Давай, докладывай. Что-то есть замечено, блядь, где-то нахуй. Накидывают, они накидывают от аммониты. Из-за терригона. Давай людей в укрытие, они просто отвлекают нахуй тебя. Усилить наблюдение. Самое главное сейчас наблюдение. Так точно. А мы тут готовим, значит, танковый батальон усиленный. И дивизион смерчей. В случае чего, значит, даешь команду, и мы накрываем смерчами и батальон выводим. Понял. Давай. Понял. Да, да, на связи. Да, желаю. Мы готовы начинать. Я понял, меня ждите. Я скоро буду. Ждем. Да. Вы на месте? Да не на месте, мы только вот приехали. С машиной дрожь такая была, шумоморозная. Ёб твою мать, Стас, вы что, охуели, блядь? Ну, командир, я сам нахуй хуй пойму, что тут вообще, блядь, время ноль, вообще не хватает. Арта, блядь, сработать, мне нужны кардинки, блядь. Стас, блядь, ты во сколько приказ получил, нахуй? Алло, опасный. Опасный, какая у тебя волна стоит? 136-122. 136-100, поставь. Проверка связи. Внимание, начинаем. Заряжай. Да. Товарищ полковник, славно отработали с глазами. Все хорошо. Теперь может ЮЖ приступать ко второй серии, пускай там смотрит. Но отработали отлично. Да, слушай. Ну что там? Заряжайте. Не понял, еще раз. Глазок нету, поэтому будем работать по прицелу. А ну давай по станции. Альман, ты куришь? Подкурение, пожалуйста. Да. Алло, батюшка, туда три залпа наложи и уходи. Три залпа туда и уходим, три залпа. Блокпост разнесли в хлам, блядь, в пропуск. За пацанов это. Разнесли в мои умнички. Сейчас приеду, расскажу. Да, и, ой, моя зайчка, я тебя... Юра. Да, на связи, товарищ полковник. Какой батюшка стрелял там сегодня, блядь, с Докучаевска по Волновахе, блядь? Сейчас я буду на части. Командир тоже у меня спрашивал. Я через 10 минут буду на части. Ну, я сейчас с генерального штаба приеду. Я тебе позвоню. Давай. Я понял. Алло, Данус. Алло, Юрас, а что ты не перезвонишь? Все, только что с комбатом. Комбат на Донецк поехал, блин. Это, все нормально, Волноваху по блокпост разнесли. Там, сейчас вот тут люди едут, говорят, что там много из их блокпоста пострадавших. Ага. Ну, комбат доволен. Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Привет, Заяц. Привет. Чё там, как делишки? Да вот, к завтрашнему дню маленько готовимся. Рыбу жарим. Чё, как у тебя тут дела? Да ничего, нормально. Нормально? Угу. Всегда нормально. Да. Что я ещё? Что я тебе скажу ещё, мой Заяц? Ну, хорошо, да, нормально все, слава богу. И то хорошо. И то хорошо, что все. Мучаешься с душой. Давай, Заяц, привет там всем. Передам, ага, давай. Давай.